75-летию Победы посвящается. Псковский государственный университет представляет подборку устных рассказов о малой родине в годы Великой Отечественной войны. Михайлова Ольга Федоровна, 1928 года рождения. Ее родители еще в самом начале войны фашисты заперли в заточении. Она и три ее сестры выживали и боролись с врагами, как могли. В рядах советской армии старшая была снайпером. Помогали девчонки партизанам, выполняли поручения, кормили солдат. День Победы помнят до сих пор. Радостную новость Ольга Михайлова, как и многие, услышала по радио. Такие были это радио в киностолбах. И вот говорят, бежанецы Сушова, Чехачева, когда немцы погнали, и по этому радио вот такие на столбах были поставлены, и дошли они до Нарвских ворот, Ленинград. А когда до Нарвских ворот дошли, у нас родни тоже в Ленинграде много было. Когда к Нарвским воротам подошли, тогда весь народ ринулся. Если бы вы посмотрели, потом мы ездили туда, в Ленинград, на товарных вагонах, кто постарше, оттуда хлебцы возили с Ленинграда, все вот такое ездили. И вот это Нарвские ворота, там страшно смотреть было. И на Нарвских воротах только немцы не пустили, ленинградцы не впустили в город там. Прозвучали воспоминания жительницы поселка Орша Новоржевского района Михайловой Ольги Федоровны.